Жительницу Махачкалы почти на миллион обманули брокеры-мошенники. Своей финансовой жертве позвонил аналитик международной компании, который предложил сотрудничество в целях обогащения. Как позднее рассказала 47-летняя женщина, ей показались достаточно убедительными доводы звонившего. В итоге жительница Махачкалы, используя мобильное приложение, в течение марта оформила несколько кредитов на общую сумму 800 тысяч рублей. Затем, по просьбе мошенников, пополняла присланные ей счета. Красиво обработали. Я тоже поверила, хотя бдительность я потеряла, и я взяла кредит. Возбуждено уголовное дело. В МВД по региону напоминают, что любые подозрительные предложения надо игнорировать. Лучше найти время и сходить в офис брокера или банка. Как вариант, открыть счет на официальном сайте компании.